Профилактика социального сиротства, патриотическое воспитание, антинаркотические проекты. В течение 5 лет 45 представителей общественного совета при городской думе разрабатывали порядки, по которым сегодня живет Самара. Приходилось учиться. И взрослым людям очень тяжело учиться, но мы все это освоили. У нас проходили учебу по общественной экспертизе законопроектов. Мы писали законопроект, писали нормативно-правовые акты. Не только законы, но и подзаконные нормативные акты. И эти нормативные акты проходили и экспертизы, и были приняты думой. Планировка территории исторического центра Самары и 4-го ГПЗ. Строительство нового квартала на месте завода имени Масленникова «Южный город». Важнейшие градостроительные проекты в обязательном порядке прошли общественную экспертизу. Кроме того, по инициативе совета город активно поддерживает одаренных детей и начинающих предпринимателей. А конкурсы «Бизнес-идей» и «Общественное признание» стали для Самары традиционными. По всем злободневным вопросам, которые так или иначе затрагивают наших горожан, мы всегда советовались и вот такое проводили тестирование, конечно же, вот с членами общественного совета. И от их мнения часто зависело, что некоторые решения корректировали. Помимо этого, огромное количество инициатив от членов общественного совета. На последнем торжественном заседании представители общественного совета подвели итоги работы и наградили активных участников. По закону совет будет расформирован вместе с городской думой, которая продолжит работу в прежнем составе до осени. 13 сентября определятся депутаты 6-го созыва, а затем и участники нового общественного совета. Алина Чемерез, Дмитрий Мешканцов, «События».